Добрый день всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Регина. Я нахожусь в Леруа торгового центра «Космопорт» в городе Самара. Здесь привезли вот эту красоту. И мне очень захотелось ее поснимать. Давно я не снимала, не показывала вот эти вот цветулечки, то, что привозят в Леруа помимо орхидеечек. Они настолько красивые, что я прям не удержалась. Тут розочки стоят разных цветов, беленькие, красненькие, розовенькие, такие вот оранжеватенькие, беленькие. Вот там вот в серединочке они стоят 235 рублей. Вот такие вот кустики. Чудо. Наверху стоят пуансеттии. Пуансеттии стоят 343 рубля. Очень хочется, конечно. О, опустила. Смогла я ее достать. Вот она, эта красота. Эти покрасневшие листья. И, кстати, ну, я думаю, что, может быть, они еще в будущем привезут поближе к Рождеству, к Новому году. Потому что я думаю, что привезут еще и пестролистные пуансеттии. В прошлом году привозили и с желтыми листьями, что-то красно-желтые, красно или просто желтые. Ну, в общем, не просто красненькие, но и цветные. Очень красиво это смотрится. Такие довольно приличные большие горшочки пуансеттий. На низу бегонии, тоже разных цветов, 355 рублей стоят бегонечки. Вот они, красотки. Тоже и розовенькие. Вот такая красота. Такая вот солнечная красота. А под бегониями 377 рублей герберы. Очень люблю герберы. Красота. Такая вот красненькая. Так. Там, может, еще и другого цвета. Да, еще и вот такая вот оранжевая в глубине стоит красотка. О, она еще какая-то более махровая, что ли. Еще из цветущих стоят шлюмбергеры. 295 рублей. Тут шлюмбергер, а тут репсолидопсис. 255 рублей. Ну, а это уже не сегодняшний привоз, они уже давно стоят. Тут азалии вроде как, да, 398 рублей, колонхоя 277 и колонхоя по 295. Вот они стоят. Тоже разные цвета. А здесь какие-то колонхои прям с высокими цветоносами. Вот насколько эти низенькие прям, а эти высокие. Просто колонхоя 233 рубля. Причем они дешевле получаются. Эти колондива идут как колонхоя колондива, и они дороже. Этот просто колонхоя идет. И 233 рубля. Вот такая вот поляночка цветная. Так, снова азалии. 277 рублей. Тут какой-то стоит хеллебурус. Впервые читаю такое название. Почти 500 рублей. Вот он. И впервые вижу такой вот. Не знаю, кто это. Такое чудо. С такими красивыми листьями. Там бегония Элатиор. 355 рублей. Так, это уже пошел, видимо, плант микс. Да, растение микс. 433 рубля и 314. Драцена 315 рублей, видимо, вот она. Драценочка. Тут все в перемешку уже стоит. Вот такая вот прелесть. Люблю я такую прелесть. Такое что-то необычное, что-то космическое. Кто это? Color Selection. Нет, это просто Color Selection. Это цвет имеется в виду какой-то там. Ну, такой вот. Кто это, я не знаю. Если знаете, подскажите в комментариях. Но он прям колючий. Колючий-приколючий. Мне понравился. Так. Рядом стоят кротоны.
Это вроде сингониум стоит, малыш. Тут кротон и такой, и сякой. Кротоны тоже люблю. Монстера. Вот, между прочим, так, монстера 422 рубля. И, между прочим, по-моему, эта монстера, она в огромную вроде не вырастает. Если я не ошибаюсь. Просто я знаю, что есть декоративная монстера, как бы карликовая. Листья у нее не такие огромные, как у обычной монстеры. И, по-моему, вот эта монстера из этого. Так, что-то у меня тут потемнел, что ли, экран. Не пойму я. Так, а здесь кто? Здесь Калатеи. Калатеи 353. А, еще один микс. Тут тоже все на свете. Вот. И бегонии. Прям в крошечных стаканчиках. Прям вот малюсенькие. Калахои зебра. Вот такая прелесть. 177 рублей. А, бегония 255 рублей стоит. Те калатеи 188 рублей стоят, вот эти вот красоточки. Тут еще бегонии стоят, но они уже плохие прям. Так, здесь кто-то в пакетиках. Тут сингониум почти 200 рублей. Это драцена, что ли? Красненькая. Идет как микс. Ну, это что-то, да, что-то тоже, что-то драциновое, что-то очень похожее, вот это вот. Тут тоже симпатичный кто-то. У этого листья даже похоже на листья кротона чем-то. Может быть, даже это и что-то какое-нибудь подвид, не удивлюсь. Если что, пишите в комментариях, подсказывайте, кто это, потому что это все идет как плант-микс просто. Вот штамп. Штамп микс растения 328 рублей они стоят. Пеперомия почти 500 рублей с красивыми листьями. Тут мирт 696 рублей. Кодиум 361. Шифлера 328 рублей. А, вот такие вот красивые завитушки. Это Мурдания Брайт Стар. Вот так вот. Ой, какая прелесть, какая красота. Как же я люблю, вот как же я люблю вот это сочетание. Зеленый с красным, с розовым. Чтобы прям, вот так вот, чтобы прям, чтобы издалека было видно. Что это такое красивое? Это аглаонема? Да, это аглаонема крит, красотка. Так, у них цена разная. Ну вот, от 1220 до почти 2000 аглаонемы. Вот цена на аглаонемы. Тут асплениум. Филодендрон почти 1000 рублей. Это вот этот, видимо, да? Кто из них кто? Да, а нет, это асплениум. Вот он, красавец. Красавец. А где филодендрон? А кто-то тут стоит с рогами. Кто-то тут прям рогатый стоит, прям вот. Вот тут в глубине. Что-то мне как-то боязно его оттуда доставать. Так, ладно, не буду доставать, чтобы не мучить растение. Тут снова герберочки. 377 рублей тут. Бегонии 333. Ну вот название, цены, врезе, гузмания. Все что-то в Риезе есть и за 764 рубля. Гузмани 298 рублей. Вот они, в Риезе и Гузмани. Вот, наверное, вот это вот дороже. То, что в Риезе эра. Да, это, вот она стоит 764 рубля, вот эта красотка. Вот такая вот красота. Так, это сансевьерии вроде стоят. Вот такой квадратненький горшочек. Да, это сансевьерия. 322 рубля она стоит. Так, и гипиаструм написано. Гипиаструм, а, вот гипиаструм, вот он. Вот они, какой-то уже обрезан.
Или, может, он засушил цветонос, видимо, отцвел. Да, видимо, отцвел, его обрезали, наверное. А этот прям с цветоносом, что ли, с бутоном стоит. Так, стоит 311 рублей. Суккулент микс почти 400 рублей и 521 рубль. Вот они, вот это все суккуленты. Да, это все суккулент. Красулы почти 300 рублей. И красула Авата почти 400 рублей. Это она? Где этикетка? Да, вот почти 400 рублей. Вот эта красула Авата. В таком вот большом горшочке. А это все микс. Ну, тут довольно крупные растения, уже большие горшочки, поэтому они дороже. Вот они. Все. Всех видов. Так. Ой, это кто такой красивый? Кто такой красивый? Это тоже идет как суккулент микс. Такой хорошенький, как будто камушки, из камушков красивых его сложили. Ой, я уже 10 раз об этот кактус укололась. Вот об это вот чудо. Эхинокактус грузони. Это он, что ли? Даже боюсь даже его трогать. Не буду я его трогать. В общем, тут есть эхинокактус грузони, он стоит 255 рублей. Наверное, это он. Самый колючий. Кактус мамиллярис 111 рублей. Ну, тут уже пошли кактусы. Эхинокактусы, гимнокалициум, вот цены тоже, цены разные, вот. И вот они все тут стоят. Ох ты, ой, какое радужное поле. Вот, видимо, гимнокалициум, наверное. Ай, ой, ой, он весь, они, ай, ты ёшкин кот. Вот он. Вот он весь вылез из горшка, потому что весь пересох. Так что вот, когда берете, аккуратно его надо брать. Они пересушенные, и они вылезают из горшков. Вот они вот даже вот здесь тоже все вылезшие из горшочков. Ну, главное, что не поломался, никого не поломал. Так вот они все эти кактусики. Эхиверия. Это вот она 165 рублей стоит. Вот это вот такая вот эхиверия. Такая большая. Жалко, поломался. Поломались у нее лисочки. Если я не ошибаюсь, мне кажется, их можно вот даже вот листочек у нее оторвался. Они как фиалочки. Можно даже листочек воткнуть, по-моему, в грунт. И укоренить, если я не ошибаюсь. Но во всяком случае, вот какие-то вот из этих вот суккулентов можно так вот размножать. Так, а здесь кто-то очень мелкий-примелкий. Интересно, они живые? Но они давно, они уже давно все стоят, поэтому они засушенные. Их же надо все-таки, хоть это и суккулент, но их надо же поливать. Видненькие. Это все уже очень давно стоит. Здесь эхиверии. 222 рубля написано эхиверии. Так, кто из них эхиверия? Что на нем написано? Боюсь поворачивать. Вот тоже вот пересушенный. Ну, суккулентный микс. Что-то идет как эхиверия, что-то идет как суккулентный микс. Так, ну и наверху, в принципе, то же самое стоит. Тилансия, Тилансия Анита, почти 600 рублей. Ну, тоже пересушенные. Ну, вот я к тому, что просто аккуратно их в руки надо брать. Вриезия, это, нет, это не вриезия, это сансевьерия. Да, это сансевьерия, сансевьерия Микадо написано. Так, 600 рублей практически. Вриезия Микс Эра, а где она? Может быть, это вон та вриезия, которую я показывала до этого. А здесь вот такая прелесть. Сенсивьерия цилиндр. 888 рублей стоит она. Она мне напоминает корону. Красотка. Тут прям аж две в горшочке.
Так, алоэ вера 655 рублей, сенсевьерия муншайн почти 1000. Ого, ого, вот это муншайн, вот это лунное сияние. Какой у нее цвет красивый. Такой нежный, прям цвет зеленого яблока. И тонкий-тонкий темно-зеленый кант. Вот такая красота. Я даже не знала, что у нас тут такие сенсевьерии привозят. Мне кажется, даже раньше, вот я же все-таки снимала обзоры таких растений, сенсевьерий. Таких, по-моему, не было. Ну, во всяком случае, я что-то не припоминаю. Так, вот сенсевьерия зейланика почти 600 рублей. Тут вот такая вот темная, темно-зеленая сенсевьерия. Так, ну, бамбук лаки 222 рубля. И прямой по 177 рублей. И завитой. Так, это уже антуриумы пошли. И 1655 рублей. И 1455 рублей. Большие, у них большие пакеты. Большие растения. В больших горшочках. Это антуриумы поменьше. Вот и по 855 рублей. Антуриум Андре Чемпион 755 рублей. Ну, здесь уже и цветочек помельче. Я вот эти цветочки, я до них просто не достану, поэтому я их уже не трогаю. Так, антуриум Антевекс 833 рубля. Тут такой вот розовенький. Ну, это, наверное, это он, это Антевекс. Да, это Антевекс. А здесь стоит... А, вот же, вот антуриум Black Love 833 рубля. Вот этот вот. Темненький, почти черный. Я бы сказала, такой с коричневым оттенком. Так, а это спатифилумы. Спатифилум 488 рублей. Ну, почти 500, почти 300. Вот эти спатифилумы, у них горшочки широкие, и здесь прям вот много-много растений. Они стоят 855 рублей и 888. Спатифилум Чопин. Так, опять антуриум. Пепероми почти 600 рублей. О, какая хорошенькая. Афиланда 622 рубля, такая красоточка. Там позади нее снова врези вроде стоят. Так, орхидейки, я их снимаю отдельно. Почти 700 рублей стефанотис. Вот такой красавец на дуге. Тут вот такая вот очаровательная цветная стенка из криптантуса. И не менее очаровательная палеточка с каланхоэ. Тут один даже выпустил цветонос. 255 рублей не стоит. Вот такой маленький крошечный горшочек с спатифилума 138 рублей. Так, этот спатифилум уже почти 300. Почти 300. Тут что-то мохнатое зелененькое. Птерис. Это Птерис Микс. А сколько он стоит? Не вижу. Ценника на Птерис не вижу. Так, тут розочка. Тут снова каланхоэ. Почти 300 рублей. Эти каланхоэ стоят. Вот какой красивый красный цвет. Очень красивый. Ну, почти 600 рублей. Антуриум. А почему написано Plant Mix? О, этот антуриум идет как Plant Mix. Почти 600 рублей. И антуриум Шерцера 444 рубля. Вот такой вот он интересный. Тут зеленый лист такой завитой пипкой, как червячок. Тут он, видимо, потом краснеет. Или наоборот, краснеет, потом зеленеет. Не знаю. Так. А здесь кампанула, саланум, роза мини. Гордения почти 400 рублей. Роза Джиджи. Вот, кстати, она мне очень нравится. Вот эта вот расцветочка.
над ними азалии и 680, 648 и по 595 рублей азалии. Это тоже уже давно все стоит. Мне вот это понравилось слово. И снова. Это я к тому, что вот как до этого. Такой же с колючками-то был. Похожий на него. Эуфорби. Почти 500 рублей он стоит. Но этот уже без колючек на стволике. По две штучки в горшочке. И вот еще тут дитё растет мелкое. И рядом с ними прям крошечные каланхои. Крошечные. По 133 рубля. Тут кто-то насекомоядный. Но что-то ему плоховато как-то. Что-то он прям бедный. Невеселый. Ну, конечно, он уже не политый. Так. Диана и мухоловка. 528 рублей. Они стоят. Написано Дроссера. Ну, идут как Диана и мухоловка. Так, тут Хиднофитум папуанум. Вот так вот. Почти 600 рублей. Вот такое чудо природы. Столик выглядит очень аппетитно, я вам скажу. Тут, кстати, стеллаж со свеженькими растениями. И тут еще привезли и каланхои, вот такие же крошечные, по 133 рубля. Их пока просто не разложили, не знаю, будут их раскладывать или прям так вот они на стеллажах останутся. Там вот фиалочки 298 рублей, розочки. Тут еще хамидореи 177 рублей. И вот хамидореи с такими вот беленькими листьями. И вот я не пойму, то ли она варигатная, ну, пестролистная, то ли с ней что-то не так, что у нее вот этот вот не прокрас белый. Непонятно мне это. Если знаете, пишите. Хидера 177 рублей. Тут снова розочки маленькие, прям почти 200 рублей, прям совсем крошечные. О, еще антуриум. Такой вот с двойным лепестком. 755 рублей он стоит. Рядом юбка, штамп 555 рублей. Тут колючие кактусы. 145 рублей цветные. Антуриум тут еще и беленький есть. Красавец. И здесь еще свежая поставка. 2888 рублей. Вот такой вот фикус. Рядом пестролистный. Чуть дешевле. И рядом 1333 рубля драцены стоят. Ну, над ними хлорофитум. Тут плант микс 211 рублей. Вот тут тоже все на свете. Всего по чуть-чуть и того, и другого. Хризантемы почти 600 рублей. Ой. Мне не видно, что там внутри. Розочки. Роза патио 433 рубля. Вот, беленький, красненький. Тут потрясающие фитонечки, просто потрясающие, особенно вот это. Ну, это мое любимое соцветие, сочетание цветов. Суккулент микс 398 рублей, здоровенный, хорошенький, жирненький. Тут еще роза, это уже каланхоя, но на каланхое цену не поставили на каланхое. А над ними гордения 855 рублей. Маленькие фикусы. А, вот каланхоя. 277 рублей они стоят, каланхоя. Это ценник на каланхоя. Просто он стоит под розочками. Просто перепутали палеточки. А так это тут розочки. Это растение с другой стороны. Здесь и бересклет. Вот он. Плант микс снова, но это азалия, почти 600 рублей. Вот такой каланхоя, очень необычный, очень интересный, 455 рублей он стоит, гордения. Это уже из того, что здесь стояло, что-то из прошлого привоза, что-то стоит давно. Аукуба
555 рублей. Вот она, вот, с красивыми листьями. А рядом вроде араукария стоит. Да, почти 500 рублей. Фикус Бенджамина Наташа. 422 рубля. Это вот рядышком, между прочим, рядом с аукубой стоит каштан. 877 рублей он стоит. Вот как он интересно растет. Вот он, семечко надвое разломилось. И вот оттуда... Оттуда растет стволик. Какая прелесть. Вот их прям видно. Вот. Как он интересно растет. Ну, конечно, все из семечки вырастает. Ну, просто каштан, он же здоровенный орех такой. Прям хорошо видно, как из него что-то растет. Так, тут замиокулькас. Ценника на замиокулькас пока не вижу, но он будет подальше, значит. Тут кодиум опять 511 рублей. Кофе арабика 433 рубля. Вот еще кодиум. Еще и побольше, поменьше. Поменьше 255 рублей стоит. Плант микс по 211 рублей. Фитония 188. Драцена маргината 355. Хидера хеликс почти 400 рублей. Такая вот красотка. Бело-зеленая. Так, это кто? А, это фикус. И тут еще фикус вот почти 1000 рублей стоит. Это вот который из них. Вот фикус микрокарпа. Вот он, почти 1000 рублей. С таким вот стволиком. А это бонсай. Ну, тоже почти 1000 рублей. Нефролепис грин леди. Почти 400. Вот змеокулькасы пошли. Вот змеокулькас вообще в огромном ведре. 3111 рублей вот этот стоит. Что-то почти 1500. Что-то 1777 вот поменьше. Ну и вот ценник поменьше, поменьше. Это все уже ценники на змеокулькасы. Разные, разная цена. Вот самый... Самый небольшой кустик 444 рубля стоит. Так, драцены. Это почти, ну, 477 рублей. Драцена Yellow Coast. Тут она, видимо. Да, это она. Так, а какая-то драцена Golden Coast. Одна Yellow Coast, другая Golden. А где Golden? Так, Golden я не вижу. А, вот, вот Golden Coast. Ну, знаете, что-то для меня, что-то они прям на одно лицо, что Yellow Coast, что Golden Coast. Мне кажется, это одно и то же. Просто что как пришло. Ладно, хотя цена довольно, с довольно большой разницей. Фикус эластика 455 рублей. Вот он, Робуста. Рядышком такой фикус. 388 рублей. И это все снова фикусы. Фикусы самые разные. И цены самые разные. Лирата 577 рублей. Лирата Бомбино 777 рублей. Это вот он, по-моему. Вот, да, Лирата Бомбино. Дефенбахи 135 рублей. Хамидорейки. Вот, это все цены на хамидореи. Тоже зависит от размера растения. Драцена 2222 рубля. Вот в таком большом ведерке. Вот они стоят. Высоченные, они с меня ростом. Я не высоченная, далеко. Но когда растение размером с меня, оно уже высоченное. Так, а вот, кстати, вот монстерочка висит. Да, она из компактных листьев у нее. Так, Monstera Monkey Leaf. Monkey Leaf. Monkey вроде бы обезьяне. Обезьянка Monkey Leaf листья. Обезьяне листья. Если я... Да. Да, вот на английском написано Monkey Leaf. Точно. Обезьяне листочка. 1777 рублей вот такой вот горшочек. И рядом сингониум вроде висит. Где цена на него? Не вижу ценника.
Так, здесь уже стоят фикус Бенджамина. Вот отойду подальше, покажу, что это уже высокие, ну, крупные растения. Крупные, не такие уж высокие, но крупные. И цены вот почти 1000 рублей, ой, почти 3000 на фикус Бенджамина. С такими вот листочками. Хавея 2777. Вот еще хавея там в глубине стоит. Вот еще фикус Бенджамина. Мукламе. У него уже вот такие вот листочки кругленькие. Это эластика стоит почти 3000. Так, лирата 1500. Это, ну, я думаю, что это вот большой вот этот вот горшочек 1500 стоит. А это лавр нобилис. 455 рублей он стоит. Так, здесь плант микс, но тут фикус. А что ж тогда идет как плант микс? Если тут фикус мукламе, нет, это не значит не их ценник. Так, юка тоев, 1777 рублей. Это кто тут рядышком? Не вижу название. А, эпипремнум, 420 рублей. Это там вот в горшочке в подвесном, рядом с манки лиф, это эпипремнум висел, я сингониум его назвала. Так. А сингониум... У сингониума у него, по-моему, зеленые листья, что ли. Что-то я запуталась. Что-то надо обновить в памяти, что такое сингониум, но это уже потом, потому что здесь интернет не ловит. Так, и здесь стоит фикус микрокарпа. А, ну это 1000 рублей почти, я его показывала. Вот такие же микрокарпа, только уже крупнее. Выше, вот, для сравнения, вот они по краям. И стоит 1777 рублей. И фикус эластика робуста вот с такими пестролистными. Такой вот пестролистный 455 рублей. Но есть и 388 рублей тоже есть. А это робуста 455. Эластика 388. Теника 455. В общем... Фикусов много, разных, цена разная. Так, шифлера 655 рублей, тоже пестролистная красотка. Рядом зелененькая стоит и тоже 655 рублей. По одной цене, одинаковый горшочек, одинаковое растение. Ну, просто один зеленый, другой пестролистный, но цена одна. И мне очень нравится вот этот пестролистный фикус. 1355 рублей он стоит. А рядом стоит пахира пальма, почти 600 рублей. Вот такая вот красотка. Прям какой-то лес в джунглях. Очаровательное растение. Чудесные. Аглаонема 655 рублей. Монстера Делик или Делиц 474 рубля. Тоже не такая крупная, во всяком случае, пока. Но та Монстера Макелиф, она все-таки мельче. И такая потрясающая 1500 калатея. Потрясающая. Видите, какой у нее лист огромный. И здесь еще калатея, красотка. 858 рублей она уже стоит. Ой, это кто такой красивый? Кто такой красивый с такими листьями? Что это? Что это? Что ж такое? Пока тут доберешься. Калатея. Это тоже калатея. Но на нее цену не вижу. А это гузмания. Почти 1000 рублей. Красотка. Там с той стороны такая же стоит, идет как в Резии. И тут еще один стеллаж. Он стоит подальше от всех этих вот растений. И на этом стеллаже продается вот эта прелесть.
тоненькими-тоненькими, стволиками тоненькими. Очень интересные у них вот, вот эти вот тонюсенькие ниточки вырастают из чего-то толстенького. И называется флебодиум давана. Вот такая вот красота. Рядышком хоя кримсон квин. Стоит 1444 рубля. Да, дорого, дорого. Ну, горшочек такой большой, большенький. Вот ее тут много. В таких вот она подвесных кашпо. Тут что-то... А, это уценка. Горшки продаются с уценкой. 30%. Это уценочка, значит... А я даже не сразу увидела вот это, поэтому он стоит отдельно. И здесь на этой уценочке Калатея Микс по 758 рублей. Ну, в общем, это 30% еще от цены надо отнимать. Вот Плант Микс. Вот это самая Калатея вот с потрясающими листьями. Шефлера вроде как. Идет как Плант Микс. И тут что-то хвойное 525 рублей. Снизу. Это все уценочка. Минус 30%. Ну а с этой стороны, это я показывала вам монстеры, вон которые висят там. Здесь они тоже висят. Вот он, тот, что я назвала, этот эпипремнум, который я назвала сингониумом. По-моему, это одно и то же растение, что сингониум, что эпипремнум. Ну, в общем, надо погуглить. Но на этом тоже нет ценника. А рядом висит эсхинантус каролин. 1070 рублей он стоит. Вот такой вот красавчик. Ну, он, конечно, уже отцвел. Вот цветулечки. Или это он так цветет? Вроде цветы не высохшие. Но, видимо, наверное, так цветет. А нет, нет, он так не цветет. Вот у него красные цветочки. Вот он какой хорошенький. Вот как он цветет. А это уже, это прицветники, как вот эта вот чашечка, из которой цветочек вырастает. Вот как он называется. Вот он красавец. Но у него листочки потеряли тургор. Они все вот скукоженные. Он уже давно не поливается. Они прям все, все в морщинках беленькие. Ладно. Ну, орхидеечки я снимаю отдельно. О них у меня отдельные видео. Заглядывайте на канал. Подписывайтесь на канал. Все, все, кому интересны мои видео, хоть какие-то видео. Если вам интересны хоть какие-нибудь видео, вы все равно заглядывайте на мой канал. Подписывайтесь на него, нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропускать нужные вам, интересующие вас темы. Ну и оставляйте комментарии, не стесняйтесь. Все, всем пока, всем до новых видео.